Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme C21Y сделать сброс сетевых настроек. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Сброс настроек» и выбираем первую опцию «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth». И подтверждаем, нажав «Сбросить настройки» и затем «Да». И после этого все сетевые настройки будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.